Здравствуйте, уважаемые зрители портала hockey.ru. Меня зовут Андрей Осадченко. Сегодня мы снова с вами. Мы только что продемонстрировали, как сборная России прибыла на эту игру. И вот сейчас мы стоим непосредственно за час до ее начала уже на арене. Видите, пока здесь еще пусто. Что залили лед, вот-вот ребята выйдут на, собственно говоря, раскатку. И по традиции, традиция только начинается, но тем не менее, хотел поделиться с вами последними новостями из жизни нашей сборной. Только что нам стал известен ее состав. Главное, наверное, что нужно сказать, что с Никитой Кривсакиным более-менее все в порядке. Ну, как в порядке, он все-таки выбыл из первой пары защитников, он сегодня будет номинально заявлен на игру седьмым. Его место займет Александр Тарасов, в первой паре он сыграет с Максимом Чудиным. Первая тройка у нас в нападении осталась без изменений, слева будет играть Никита Филатов, в центре Петр Кликов и справа Кирилл Петров. Второе звено полностью то же самое, что было и вчера. А вот в третьем произошло изменение. Вместо Вячеслава Кулемина, которого вчера под конец игры заменил Павел Дедунов, сегодня сыграет Максим Кицын, который пока что на этом турнире не провел ни одной минуты. Он был все время заявлен 13 нападающим. Сегодня он играет слева в третьем звене. Кулемин же перешел в четвертое звено. Пока что, в общем, на этом по составу все. Как наша сборная готовилась к этому матчу, остается только добавить, что у нас была отменена тренировка. И ребята получили отдых, даже им дали время побродить немножечко по городу. Кто-то этим воспользовался, кто-то просто отоспался. Ну, в общем, беспокоиться за, я не знаю, физические кондиции наших ребят, я думаю, что не стоит. Все нормально отдохнули и настраиваться на этот матч как на битву, что уж говорить. Говорим за первое место. Оставайтесь с нами, и мы проводим текстовую трансляцию этого матча на нашем портале.